Мы начинаем нашу дежурную группу с ЧП на улице Семафорная. Здесь днем прорвало трубу, и из-под земли вырвался фонтан с кипятком. Вот такое вот у нас ЧП произошло. Прикинь, как плещет кипяток. Какое фонтанище. Здесь страшно получается. Мы все здесь живем, ходим, опять же, по этой же дороге. Да, хорошо, я говорю, сегодня просто никого не оказалось из людей. И дети в школу ходят. И вообще, в принципе, это не первый порыв у нас вот, за последние годы. И я думаю, кстати, знаете, что может быть еще? Ну, это как бы по моим догадкам, что поскольку на Матросово такой масштабный ремонт идет, может, здесь просто давление стало больше на нашей магистрали, может. Сильно поврежден автомобиль Kia Rio, который находился на парковке здесь недалеко от прорыва трубы. Его буквально закидало камнями и залило кипятком. Водитель говорит, что машина теперь, скорее всего, восстановлению не подлежит. Сработала сигнализация, увидела в окошко, что происходит. Выбежала, чтобы отогнать. К машине уже подойти было невозможно. Она деформирована вся затоплена, выбиты стекла, весь кузов. Будем обращаться в экспертизу независимую. Ну и дальше, видимо, судебные тяжбы. Все теплосети СГК в Красноярске застрахованы, и ущерб в таких случаях будет возмещен в установленном законом порядке через страховую компанию. Теплосети в этом месте более 40 лет, однако точные причины порыва мы сможем узнать, когда специалисты, во-первых, обнаружат само место повреждения, а во-вторых, мы обычно такие повреждения отправляем на экспертизу. Из-за аварии без отопления остались 3 дома, но в СГК пообещали, что все работы проведут до 8 вечера, и теплосеть будет восстановлена. Ну а мы едем дальше. Красноярцы часто жалуются на то, что в центре не хватает парковок. И, конечно же, первая причина – это большое количество автомобилей. А вторая – вот, к примеру, кто-то установил конусы. Мы сейчас видим офисы на Кирова. Здесь свои автомобили паркуют именно сотрудники этого офиса. Здесь будут производиться работы. Какие работы? Ну, надо спросить у руководства, я не знаю, какие работы. Нет, а конусы кто установил? Они стояли. То есть это не ваши конусы? Конусы установлены для того, чтобы производить работы. Вы слышите, нет, ребят? Вы извините, я интервью никакого не собираюсь делать. Видите, даже с рулеткой вышел. О. То есть вы не закрываете парковку по факту? Нет, для... конечно, кто ее закрывает? Мы сегодня приехали мерить, как бы, да, все. Будем вот это вот все делать. Ну вот бетон, видите, какое состояние? Ливневка, ее нету, как бы, да. А почему вы решили делать, если это территория города? Потому что нас попросили, что неудобно, некрасиво. Город попросил вас? Нет. А кто? А? А кто? В смысле, кто? Вы говорите, нас люди попросили, кто вас попросил? Люди попросили. Это же городская территория, зачем кому-то тратить деньги, чтобы городскую территорию кто-то делать? Кто-то хочет так, я не знаю. Наше управление не поступало никаких обращений от них. Наши специалисты выдали план задания для того, чтобы подрядчик проехал и эти конусы убрал, поскольку это незаконно перегораживать общегородскую парковку. А в администрации Центрального района объяснили, что парковка здесь общедоступная, и это считается самозахватом. Так что смело убирайте конусы и паркуйте свое удовольствие. Мы приехали на улицу Керенского. Сзади меня дом 118. Еще этим летом, после сильных дождей, здесь осыпался грунт и развалилась подпорная стенка, которая его держит. Местные жители негодуют, говорят, никто здесь ничего делать не хочет, а ведь на этом склоне часто бегают и играют дети. И в какой-то момент их может просто засыпать землей. Вот еще одна опасность. Это кабель, который здесь висит. Неизвестно, обесточен он или нет. Также видно, что валяются огромные глыбы камней. Ну и видно, что здесь действительно работали спиленные деревья. И, кстати, в мэрии сказали, что на этой территории введен режим угрозы ЧС, и поэтому восстановительные работы уже начались. Одна организация уже буквально сегодня заходит на работы. Она будет организовывать водоотвод, отсутствие которого и стало причиной всех разрушений. Чуть позже зайдет еще вторая организация, которая будет выполнять работы по укреплению откоса и восстановлению там подпорных конструкций. Восстановительные работы на этой территории должны завершить уже до конца этого года. Но я напомню наш номер 202-22-22. Звоните нам и рассказывайте о происшествиях, которые произошли у вас во дворах. Может быть, вы столкнулись с какими-то проблемами в городе. Ну а также отправляйте фото или видео в Viber или WhatsApp. Евгений Шиповский, Вячеслав Казаков. Новости Прима.